В Камнике впервые за 30 лет обновлен автопарк спецтехники для коммунальных и дорожных служб. Накануне глава Камнике Бату Хасиков принял участие в торжественном вручении ключей очередной партии спецтранспорта. Элисте и район Калмыкии передали 21 единицу новой техники. Как отметил руководитель республики, машины были закуплены благодаря грамотному планированию ресурсов при реализации индивидуального плана развития региона. Нужно совершенствовать, многое нужно модернизировать. И с точки зрения техники, и с точки зрения подходов и так далее. И мы эти шаги начинаем постепенно делать. Хочу поблагодарить своих коллег, которые также очень ответственно подошли к решению этих вопросов. И с точки зрения формирования индивидуального плана развития Калмыкии, потому что мы принципиально решили включить вот, приобретение техники. А потом коллеги смогли сэкономить средства, ответственно подошли к реализации, и мы еще дополнительную технику купили. Я считаю, что вот это хороший показатель. И сегодня не только леса, еще и районы Калмыкии получают технику, поэтому это важно. В течение декабря транспорт поступал в республику. Согласно графику, новая коммунальная техника будет востребована для поддержания чистоты на улицах, а дорожная поможет совершенствовать содержание и ремонт дорог в республике. Техника всесезонная и будет задействована круглый год. В этот день спецтранспорт получили Городовиковский, Кичнеровский, Целины, Яшкульский и Сарпинский районы, а также Элиста. Сегодня Черноземельский район стал одним из обладателей новой техники, за что мы хотели поблагодарить главу региона Бату Сергеевича Хасикова о том, что не оставили без внимания наш район. Как было сказано, что это только начало. Мы очень надеемся, что наш район будет также поступать, новая техника. Учитывая наш засушливый район и регион в целом, мы очень гордимся тем, что у нас новая техника, новые водовозы. Очень надеемся, что в будущем будут появляться новые КАМАЗы и так далее. Спасибо большое.